Вторая песня, это как Клим Петрович добивался, чтобы его цеху присвоили звание цеха коммунистического труда, и не добившись этого, запил. Все смеются на бюро, ты же видитесь, я жил в площади, получка по-царски. Ну а я им, извините, подвиньтесь, я ж за правду хлопочу, не за царски. Как хотите, на доске, на бумаге, цельным цехом отмечайте, не лично. Мы ж работаем на весь наш соцлагерь, мы ж продукцию даем на отлично. И совсем не говорю не до смеху, это чье же говорю указанье, чтоб такому выдающему цеху не присваивать почетного звания. А мне говорят, все друзья говорят, и Фролу Пахомов с Тонькою, ну никак, говорят, нельзя, говорят, уж больно тут дело тонкое. А я говорю, мотком говорю, пойду, говорю, бабком говорю. А в обкоме мне все тоже, не суйся. Не дал Донь, как Пономарь, поминанья. Ты ж партийный человек, а не Зюзя. Должен все-таки иметь понимание. Мало что ли пресса ихняя треплет. Все, что делается в нашинском доме. Скажешь, дремлет Пентагон? Нет, не дремлет. Он не дремлет, мать его, он на стреме. Как завез я тут с полоборона, так и будем сочковать, так и будем. Мы же в счет 80-го года продаем свою продукцию людям. А мне говорят, ты чего, говорят, орешь, как пастух на выпусе. Давай, говорят, молчи, говорят, сиди, говорят, и не рыпайся. А я говорю, в тоске говорю, продолжим наш спор в Москве, говорю. Проживаюсь я в Москве, как собака, отсылает референт к референту. Да и прав, мне говорят, но однако, но не подходит это дело к моменту. Ну а вздумается вашему цеху, скажем, встать на юбилейную вахту. Представляешь, там какую оценку BBC дадут подобному факту. Но потом про ордена, про жалплощадь, опрощаясь, говорят, на прощание, было в мире положение попроще, но мы бы охотно вам присвоили звание. А так, говорят, ну ты прав, говорят, и продукция ваша лучшая. Но все же, говорят, не драп, говорят, а проволока колючая. Ну что ж, говорю, отбой, говорю, пойду, говорю, запой, говорю. Взял и зажил.